Как делаются стенки в британских домиках? Вот, идем. Это все газобетон, да? Или как называется у вас в Украине? Да, газобетон, по-моему, блоки, потом идет кирпич. Здесь внутри такой силотекс, обогреватель 100-миллиметровый. Кингспан, да, здесь идет. Деревянные скосы. Тут идет такой пенопластовый пастопорт, 27 миллиметров вместе. И пол идет, да? Вот такая у нас комната. Задрали уже, ёб вашу мать! Вот такой вот план. Но... Первые траки положил, да, несущие. Это разметка вот сделана, видите. Я сначала разметку, потом траки верхние, да. А потом попозже уже понарисовываем, прикручиваем вот такие вот балочки. Называются они CLS. Идут они на пол. Ну, покажу вам сейчас, через секундочку. И вот они. Балочки. И сверху где-то будет трак. С одной стороны пастопорт идет на землю. Вот так вот. Шляются тут всякие на этаже. Вот эти чуваки непонятные. Потом, блин, а потом инструмент пропадает. Ну что, прошла еще одна секунда. Вы готовы увидеть, как много сделал за одну секунду? Готовы? Открываем. И вот они, профиля стоят уж. Практически стенки готовы к обшивке там USB и пластербордом. Вот что-то такое. Профиля 50-миллиметровый я лично на себя никогда не делал бы. 50-миллиметровые профиля. Такая стена, скажу вам, если правильно, конечно, закрутить плиту, если поставить каждые 40 сантиметров, да, профиль, то еще более-менее стена держится нормально. А если некоторые делают там 60 сантиметров, то есть регипс и посоединить только один профиль, то она шатается просто по ветру. Вот такие дверные проемы поделаны. Здесь будет стена сделана из деревянных, из дерева полностью. Деревянные балки тоже самое. Вот здесь мы место оставили для одной стенки, чтобы проходила стена полностью туда, деревянная. Это в ванной у нас будет с дерева, с тимбера, да, и обшита USB. Вот такие вот длинные проемы. Если вы думаете, что это сделал за секунду, если вы мне поверили. Получается, что у вас действительно. Умеете, могете просто. Я не могу поверить, вы мне поверили. Я не могу поверить, что я поверил, что вы поверили. Конечно же, это сделал не за одну секунду, друзья. А вот как это сделал я. Now, ladies and gentlemen, let me introduce you to the tools I've used to build all this awesome metal stud work. All of this. Here they are! Stand Innovations! Great! Крампер! Так, короче, крампер для зажима металлов. Шуруповерт. Я использую, чтобы прикручивать эти несущие, как, блин, по-русски это будет? Как это будет по-русски? Эти? Траки, да? Это траки. О, пускай будет по-английски. Траки. Вот этим вот вы резали металл. Длину металла. Это импакт. Я не буду объяснять, как пользовался импактом. Вот таким вот, да?
пенсионерам. Это наколенники, которые желаю всем россиянам купить как можно быстрее. Потому что, когда стоите на коленях перед вашим президентом, они помогают не изнашиваться коленом очень быстро. То есть можно очень много попросить у него. Это мультитул, который рубит все, везде и всегда. А здесь вот прячется самый лазер, Девольт. Я его не покажу, это секрет. Секретное оружие, это лазер, друзья. Это лазер. И вот все остальное барахло. Еще отсутствует только Девольт Skill Saw, то есть пила, циркулярочка такая, которую мы резали все эти деревянные балки. Это был Ростик, подписывайся на канал и до скорой встречи. Чао, какао. Ну вы все-таки предатели, не сказали мне, что у меня шапка была грязная, кепка. Смотрите, не сказали мне, да? Так близко к провалу Ростик еще никогда не был. Пока.